Вергландон, его начальник и старейшина и печального ордена Тихого Замана, лично проверяет все, то есть, хотя он очень, очень важная фигура, то есть он приходит, проверяет, если что, сам берет другие инструменты. Так, вы подходите к склепу с Александрой. Тот, кого вы должны проверять. Большой, хороший. Таверны, Мараны иногда хихикает, посматривая уже не на члена Альянса Лордов, а на внимателя. И сейчас она беспокойно начинает шептать, хотят оказаться по ту сторону, по ту сторону, по ту сторону. Бросил на один или как? Да, я сейчас брошу. То есть, Марана хочет помочь одному из своих спутников и начинает осматриваться. Пока они там все осматривают, Триш разложит поиск ноги. Который осматривал, который помогли, то есть Марана могла
смотрим уже довольно-таки пристально, и хочу понять, а это может быть ли что-то там, или автомобиль, открыть какой-то потайной проход, или что-то такое. Пытаюсь смотреть, я же хочу, пока товарищ рассматривает, Мара, она знает то, что она мешается, но она делает это специально, хихикая, и она хочет проинвестигировать, собственно, то, что она нашла. Так, те самые отверстия в... Да, я именно смотрю на отверстия картинок. Так, отверстия картинок вы осматриваете. Вроде бы ничего такого там нет. То есть у Бороса следы там похожи? На топор, во-первых, на оружие не похоже, то есть его тут явно делали. Но каких-нибудь там пружины сзади, там мелких крючочков, ничего. Просто там его тут явно делали, а? И нафига оно непонятно мы. Может ли оно что-то открывать? 50 на 50, это может ли понять. Маран отходит в сторонку, начинает нервно перебирать пальцами и что-то беспокойно шепчет, оглядываясь по сторонам. Это отверстие можно засунуть в ручные деньги? Нет, если только сильно расколупать. Итак, брат тихо про меня произносит короткую молитву и поворачивает перчина. Скажи, щечи. Сдвигаемый крышка, которая сдвигает на бок, смешивается с крышечным луком, захлопывает щечек три и падающих на шпилек, который ее под... Запирает нормально. Из-под склепа доносится из-под крышки, находит твердый такой прям ощутимый зеленый газ, после чего я знал, что тут должны быть защита. Должна быть защита. Я знал, что это будет. Газ быстро заполняет все, дышать в нем тяжело, просто невозможно. Это у нас господь, простите вас, слушайте. Простите, пожалуйста, товарищ мастер, я могу кое-что спросить? С помощью фокусов я могу создать вокруг себя атмосферу, чтобы дышать? Остужаете, накрываете или придаете запах этому печному пункту, где вы знаете печать. Ты можешь порыв ветра создать и от себя отогнать. Ну да, я уже делала так и в мастере, когда там гарь была. Ну, скидайся в план так и еще. Я прокинула консту, у меня в итоге вот тройка вышла. Так, ты у нас кто? А поставь, чтобы у тебя человек отображалась на всех, а не только на себя. Так, ты у нас Триш? Нет, Варан. Чарники, поставь там галку, там, дугу. Ты это собрал сканировать. То, что она кидает только себе сейчас. А, все, поняла. Сейчас будет что-то
для того, чтобы бросать.